Сразу двух Константина. Нет, по-моему, нельзя выход. Нет, нет, нет. Это поединок за бронзу. И сейчас вес 73. Молдова и Белоруссия. Виктор Белов и Георгиев Болгарин. Да, вот здесь вот борется в синем кимоно молдавский спортсмен и в белом кимоно болгарин. Кстати, Георгиев довольно хорошо известен нашим спортсменам и белорусским тоже, потому что на чемпионате Европы в 2003 году в Дюссельдорфе он был бронзовым призером. И на Олимпиаде в Афинах Георгий Георгиев стал бронзовым призером. Ну, молдавский дудаист. Крепыш. Оп! Чуть-чуть сорвался захват, наверное. Да. Видимо, в этом причина, что не получился бросок. Сразу видно борцов, что они физически очень крепкие. Вот у них силовое такое давление на друга. Ну, конечно же, одной силы недостаточно. Вот когда в одном флаконе и сила, мощь, и хорошая техника, вот тогда здорово получается. Сейчас Георгиев нависает сверху. Немножко стягивает вот так. И... ох ты. Ну, кстати, вот о молдавской школе дзюдо. Владимир, вы наверняка боролись и с молдавскими спортсменами, доводилось, и клубы, наверное, и «Динамо», да, и многие другие, кишиневские. И молдавская школа известна, очень известна. Много было талантливых спортсменов там, и школа навсегда... Последнее время она как бы сдала, а так она была очень сильной командой. Но все равно яркие ребята есть. Вот Виктор Белов, вот он сейчас имеет все шансы побороться за бронзу. Ну, здесь всегда происходят иногда и неожиданные. Потому что это все-таки дзюдо. Здесь достаточно малейшие ошибки, которые ты допустил. Тут же ею воспользуются. Мне самое интересное, они вот похожи, как два брата борются. Одинаковые физические комплекции, как-то так. Да, и рост примерно одинаковый. Два брата. Ну, а, кстати, если говорить о братьях, ваш брат Виктор, ваш... брат, он ваш испарником и партнером являлся в свое время, вместе тренировались. Да, помогал он вам или как? Все-таки напряженные отношения, когда двое спортсменов. Или вы все-таки вот дружно жили? Да, на соревнованиях не приходилось бороться, но так. Серьезно, наш судья сидит с Красноярска. Я знаю, что Виктор очень помогал вам готовиться и к Олимпиаде, и вместе кроссы бегали. Он на велосипеде, вы бегом. И подсел сейчас. Повторил. Вот что значит настойчивость. И Япон.
Вот двойная атака. Георгий Георгиев. Бронзовый призер чемпионата Европы. Бронзовый призер Олимпийских игр. Просто обманул. Я думаю, что Белов не поверил, что второй раз может быть тот же самый бросок. Но все-таки вот довернул, и судьи дали япон. Вот такую мельницу, наверное, пытался он бросить с колен. Вот что значит настойчивость бороться. А, это нет, это в Азаре. Поединок продолжается. Я почему-то уже... Видимо, судьи посовещались, однако судья на татами поднял руку. Ну, вот, видимо, не были выполнены все требования, очень жесткие требования к оценке иппон. Что требуется для того, чтобы дали настоящий иппон, оценили в победу? Быстрота, амплитуда, падение на всю спину. Мощный болгарин, мощный. Ручищи как клешни, как тиски. Он берет захват, уже вырваться сложно. Это при том, что Виктор Биол очень сам атлетичный такой. И 40 секунд. Старше. Но недавно уже оба борются, очень давно. Сажись их на дзюдо, все и пришло. Знают очень хорошо друг друга. Вот посмотрите, как немножко корпус развернул, Бивол, и ушел от этой подсечки. Уже нельзя было в этом направлении подсечь как следует. Даже в самом сложном ситуации, это я обращаюсь к нашим болельщикам, продолжайте сражаться до самого предела и даже больше. И тогда, возможно, победа ждет вас. Сразу видно, что очень сильно устали. На первом этаже где-то сейчас Георгий пытался сражаться. Ну вот последние секунды, и звучит сирена. Что, уже рукопожатие, еще не прозвучала даже сирена, одна секунда осталась. Однако все понятно, это спортсмены опытные, они для себя уже все решили, кто первый, кто второй. Итак, бронзовая медаль достается болгарскому спортсмену Георгию Георгиеву. И сейчас можно уже выполнить команду. Доправиться. Ну что, хорошо отборолись, показали такую очень атлетичную борьбу. Однако усталость все-таки взяла свое. Откроем маленький секрет нашим зрителям. В этом весе нашей сборной борется с Соломом Межидов. Солому на прошлом чемпионате Европы в Тампере, Финляндия, мне довелось побывать на этом чемпионате и посмотреть, как все это было. Здорово отборолся, но занял, правда, третье место. Ну, Солому, многие специалисты дзюдо говорят, что Солому это талантливый борец, очень интересный. Да. Вот своеобразный. А вот в чем своеобразие заключается? Ну, он как бы